Как обычно. Сейчас ездили третий раз на одно место за ягодами, к Будейку. Володя, а которые я вишни посылал, крыжовник, как ты их послал? Никак. Как? Как никак? Ну, никак. А где он был-то? В холодильнике. Значит, как все делается это? Не знаю. Вчера доставали. Сколько наказывал? Вчера наказывал, позавчера. Ничего нет, сейчас говорю, ничего нет. Как? То есть никак. От себя отрываешь, чтобы послать больным. Сейчас спрашиваю, уже вышли в интернет. Никак. Это как понимать? Лишь бы где только, мне вот сюда трубить. А остальное не надо. И ты еще говоришь мне, для вас, для меня ничего не берите. Я вас не просил для меня ягоды брать. Но чтобы приехать на ягодник такой, лежать, развалиться, говорит, священная корова индийская, телята ее, то это я не знаю, это уже не то, что запредельно, это просто нечеловечески. Столько ягоды нынче готовые приехали, на машине отвезли. Выйти только и брать, и все равно какие-то капризы или что, что это? Непонятие, для чего родился на этот свет. Как могло так быть, что то, что я в Вишенке собирал на четырех усадьбах, по одной, лазил, доставал, и приехал, еще этих угостил, остатки отослать, крыжовник. Сколько труда положили, пока до него добрались? А нету. То есть я должен все время смотреть, что вы своруете. Но я не буду же ходить в туалете проверять, что вы ели. Понимаете, здесь есть такая поговорка, сивкины глаза надо иметь, лошадиные, быть бессовестным полностью. Вчера еще думаю отправлять, и как отправить, спросили, как именно отправить. Ходил, узнавал, говорю, сегодня не свет, не заря, 4 часа только еще. Я уже на велосипеде мотаюсь, как? Ну мы договорились, он занесет. Ну уже я не стал спрашивать, но... Ну вечером еще говорил, а тут уже... Игнатий Иванович, вина-то моя полностью, потому что... Я смотрел, вишня здесь, ее раздавали. Я думал, значит, вишню вы не будете посылать, только смородину и эту, клубнику. Ничего это не значит, что ты думал. Ну. В холодильник. Думал ты вопреки тому, что я говорил. Ты думал только, у тебя где-то там. А я говорил это. Это моей рукой все сорвано было. Постно больным. Больным, которые нуждаются в этом. Ничего нету. Где она? Лежит или слопали? Лежит, в холодильнике. Мешочки лежат. Ну как можно было? Я-то набрал-то уже дней несколько назад. Ждет. Ну, понимаете, у вас нету ни понятия этого. Блажение давать, нежели брать. Вы меня огорчаете вот такими поступками. А эти-то смотрят на тебя, мамка, лежит, и я рядом лягу. Это выехать надо туда, далеко на ягоде, и развалиться, лежать. Мне 80 лет уже почти. Я не видал и не слыхал такого. Это уже привыкнуть так, чтобы в рот меня толкали, разжевывали и палочкой проталкивали. А то рот шевели, губы, да зачем мне это надо? Вот одна мне писала так, подумала, есть хочу, а сейчас это выходит из-за компьютера вставать, идти до кухни, потом там дверь открывать, а потом холодильник открывать. Да ладно, уж обойдусь, не пойду. Это столько работы-то готовы. Берете меньше всех. Вы меня просто подножки подставляете. А что я должен делать? Ничего не должен я делать. Мое дело сделано. Вы будете отвечать перед кем-то, ради кого я это делаю. Я делаю ради Бога, а вы для кого делаете? Готовое, и оно где-то, и приехать, и лежать там. Я развернулась, а где? Никого не вижу, встану, никого не видно. Эти борются между собой, вот эти. Приехали ягодник весь, потоптали, как будто слоновник в зоопарке открыли и выпустили слонят. Все потоптано. Володя выйдет, а мы поехали на разведку на ягоды, клубника.
Он говорит, они там играют, я вышел, правда. Оттуда они, Владимир Юрьевич, они к машине подошли, прыгают, руки поднимают, Лёва и Тимоша. Ну вы там взрослые рядом. Никакого значения нет. И что вы ждете вырастить? Ну они же видят, вы на ягодник пришли, легли на поле. Это вообще... Не то что ворота, это вообще никак. Еще вид какой-то дают, верующие. Вы маленько-то сдрогнете. Больные, которым я посылал, ничего не получили из этих ягод. Не получили. А я приехал тут по ягодке вам еще, чтобы хоть маленько узнали, что у нас в Сибири растет. Но остальное больным ничего нет. Вы на мое место так вот встаньте, я же на молитве буду. Я жаловаться на вас буду перед Богом. Я не виноват, Господи, что они такие. Я сделал, что мог. Утром, когда вы еще спали, я уже тут мотался к Игорю обратно. Ну а что вы, я думал, там, меня это не касается, что ты думал. Вещь не была доставлена и кончилась ничем. Но я не могу каждый день в Барнаул ездить и относить больным. То есть ни о чем не думайте. Сами решайте перед Богом, и как вы будете. У Бога это все учитывается, каждый шаг. Я вас не пугаю, я просто говорю, где-то вы будете вопиять. Интересно, у меня хозяйка была, которая на квартире жила. Улита Григорьевна Захарова. Интересно. Вот интересно в жизни. И где-то она однажды была, в таком месте была, где как пустыня была. И она добрела до одних, и они ей не дали попить. Я, говорит, умираю от жажды. Я в такой ситуации бывал. И женщина несет одна, мы ползем. Ползем, не идем, а ползем зимой в горах. И она видит первый дом, я напомню, несет полное ведро, и там хлеб плавает, она свиньям понесла, и она нам ничего не дала. Соседи увидели, нас к себе приволокли, за стол мы не обморожены были. И за столом мы сразу упали и уснули. А вот та женщина, которая так просила, пришло время ей умирать. Теперь все к ней пришло. Она не дала воды. Но теперь родственники ее утешают. Она говорит, мне ничего не надо, мне от Захаровой молока принесите. У них корова была. Она умирает и умереть не может. Мне нужно их молоко. Вот вода вышла в молоко. И она рассказывает, это человек монастырского настроя. Знаете, я в жизни неоднократно это видел. Другой парень там у них. Ей говорит, ну пусть Бог мне докажет, что он есть. Пусть он мне бутылку пол-литра даст. Вот сейчас бы раз, и бутылка стоит, я бы поверил. Ну, Бог бутылки не ставит, но ты все равно поверишь. Ты быстро бегаешь? Да, я быстро бегаю. А Бог может тебе ноги подрезать. Так и получилось. Пошли на охоту, что у них было, неизвестно. Ошибка ли, кабан бежит, а стреляет по ногам. Пока до дома, там гангрена, и ноги отрезали. Теперь поверил, что Бог есть. Это я только знаю по одному человеку. Я не дала, не дошло. Я знаю, так это не пройдет. Где-то вы будете очень нуждаться и не будет помогающего. Чтобы вразуметь эту твердыню на сердце, каменное сердце размочались. Богу это не угодно. Вам понятно, что я говорю? Эти маленько погодя опять прыгают, опять играют. Ребенка научи трудиться, пока он рядом. Вот так вот траву маленько разберешь и красну. Красно. Ягод. В 4 года один раз такое бывает. Нынче, в прошлом году была черемуха, нынче ее нету. Ни одной ягодки нигде нету. Это у Бога так. А 4 года будешь валяться. Вам нужно на траве где? Да вот, пожалуйста, идите в любую сторону. Выйдите тут вот, на покосе, где были. Я же не запрещаю. Возьмите палатки, можете на сене поваляться, полежать, поспать. Но мы выехали за ягодами. Ягода, она уже сохнет, и больше нам там не бывать, это определенно уже. Если ехать в другое место, где высокая трава, чтобы взять.
Что, я занудный старик? Вы сами известите это все. Я уже вам говорил об одежде. У христианина все иное, у верующего. Все. Ты хочешь узнать как? Я вас буду спрашивать. Кто знает? Самый известный, первейший был педагог русских детей. Кто считается родоначальник всей педагогики? Кто? Ведь ни один не ответит. Ушинский. А сколько он жил? Вот возьми в Википедии, найди. А еще есть отец мировой педагогики. Отец. Его книга, когда появилась, «Избранная». Ну, практически там почти все. «Ярмарка суеты» и прочее. Мы закупали все, сколько есть. 100-200 экземпляров книги. Мы с прилавков сметали все, чтобы подарить людям. Он впервые мы встретили. Ссылка на Священное Писание. Говорите сразу, глава, стих. В советское время. Это было просто потрясающе, как говорят. Ян Амос Каменский, чех. Отец мировой педагогики. И он говорит, как ходить, как... Ну, все абсолютно. Даже как в ложке хлебать. Это не я придумал. Я оттуда только беру оттуда. Ян Амос Каменский. Возьми и посчитай. Он абсолютно о всем пишет. Вот как домострое. Но только он с божественной стороны подходит. Это человек очень непростой, прозванный отец мировой педагогики. Как выбрать жениха, невесту, живет человек, как вот сидит он пальцем в зубах ковыряет, он это говорит. Бывает человек такой, он не разбирает нигде, говорит, и когда бываешь где в обществе, ветры не пускай, то есть не бзди. Просто и понятно. Это определенно, как одежду носить, на одном крещении носи, это похоже на паяца, кривляка. Мне сбросили один материал, у меня его не было, все, не маленький. Из похода вернулся Суворов. Как его звать, величать? Суворов, генералиссимус. Александр Карпович. Как? Александр. Александр Фроси говорит. Да, ну а величать? Васильевич. Васильевич говорит. Точно. Кто это, ты? Виталий сказал. Виталий. И вот он вернулся, к нему врач подошел. Александр Васильевич, вы в походах поизносились. К врачам бы вас надо, да здоровьишко поправить. Здоровьишко. Да в Карлсбаден, туда все и ездили, в Германии, на грязи. Он говорит, дорогой мой, да что ты, мне, старику, на грязи. На грязи едут пускай бездельники, артисты с кривыми ногами и всякая иная сволочь. А мне нужна деревня, свежий воздух, каша и квас. Деревня, свежий воздух, квас. Как будто он сегодня у нас здесь был. Куда? Какое здоровье-то? Ну, это мне то, что надо как раз. Это я попутно беру все. Вы меня сегодня там на 30 будет здоров, сходили мы. Уехал с Володей чуть-чуть подальше, вернулся, отроки эти. Я их расставил. Расставил на вахту там, уехал оттуда, гляжу, один сел, а другой сошел. И вы видели, что они покинули свои места. Я бы больше сказал. Ну, вы сами догадайтесь, ладно это или не ладно. Я не могу за вами смотреть. Ребенок с вами, каждая минута дорогая. Он растет, а ты стареешь. И это он возьмет за основу. Вот что есть. Он будет брать. А моя мамка так делала. А там папка делал так-то. Мы вспоминаем родителей, их отношения к воспитанию, к детей. Они даже и не знали, что такое слово воспитывать. Просто жили, они работают, и мы работаем. Они пасут, мы пасем. Но мы знали, за стол садиться, мы должны разделить на всех. И ягодки, и малинки, и мед, и все остальное. Сколько? И бабушка через дорогу, вот она как раз тут и жила. В этом скворечнике, считай. Тогда в таком же. Мы сейчас садимся, вы подумайте. Ягоды кому можно, кому нельзя будете давать. Около меня была Фрося. А сколько она там набрала? Сколько?
Ведро. Одна полная. Пятилитровая. Сравни себя, чем ты хуже. Ну, ни по чем. Не хуже просит-то. Однако нет. А что она не легла? Ей жить надо. Я хотел вам показать, как я вам говорил, специально принес показать. У меня очень большая вера. Но если бы мне сказали, что это произведение будет открыто продаваться и будет в программу школьную включено, программу, ну, я не скрываю, я бы не поверил. Первой в стране, кто распространил эту книгу, она трехтомником была, Бог позволил мне. Через 10 лет первая глава только «Новый мир» опубликует, самый передовой журнал Пардовского. Через 10 лет, ровно через 10. Вот посмотри, какой шрифт, сколько страниц. Сколько? Вот вверху. 1279. В одном томе сумели заложить. И редактор главный, и все. Наталья Дмитриевна, кто такая? Жена его. А то, говорит, умерли в один день, там в феврале Петр, это хорошо, это плохо. Жена остается, и дальше все произведения появятся. Софья Андреевна у Толстого, у любого, у Чехова, она, кажется, 30 лет еще жила. И здесь вот она еще сейчас живая, встречается не с кем-то, с Путиным. Это в программу. Некоторые пытались сказать, что нет. На разрушение зла, показать всему миру, что значит империя лжи и зла, ни одно произведение никогда не, рядом не станет. Я его насчитал два раза. Один раз я его насчитал на пленку, второй раз уже на компьютер. И компьютер, зовите, архитлак была, аудио. И фамилии не надо, она на меня выведет где-то. Почему? Я и сейчас по времени все еще считаю заново. Человек один сам не может. Он перечисляет, какие люди помогали, свидетели, которые там были, сидели, там 300, кажется, с лишним человек. И кто он такой, этот человек? Это такая работа проделанная. Впервые Запад прочитал это и понял. Дыра в преисподнюю, Советский Союз. И вот это послужило крушение этого монстра, это и перестройка. Солженицын и Горбачев. Вот я вам показал эту книгу. Я не буду говорить, что советую, это не произведение какое-то там беллетристика. Это не пасторальный роман. Но если ты начал читать, ты теперь каждый кусок хлеба будешь беречь, смотреть. Свободная минута на поле. Ты будешь все это видеть. А можно это экранизировать? Это нельзя экранизировать. По частям, понемножку где-то можно, а так нет. Нет. Отдельное счастье, вот как... В первом круге, первом, там вот такое у него есть. Я хотел вам показать, я принес, показал. Это выше дополнение. То есть это вышла книга раньше, а сейчас ну, не хватило экземпляров, и 5000 еще вышло. Сколько стоит, я не знаю, цена не указана. Александр Исаевич Солженицын. Его поносят с часа, с мертвого, там кто только может. На него и... Все взваливает. Что такое? И ни одного правильного слова нет, истинного. Нету. Он описывает то, что там было и как надо было быть. Все у меня. Я вас загружаю важными материалами. Прочтите, чтобы научиться ценить то, что есть. Ягодник и прочее. Богу слава.